Дядя Петя, ты дурак? Ну все, падла, а? Я тебя сейчас так втащу, тебе лицо раскрошится, ты понял? Петя, Петенька! Ну как это у него лицо раскрошится? У него что, вместо лица печенье, Петь? Ладно, тогда пойду журнальчик почитаю. Петь, ну полистаешь же, ну не почитаешь. Ну давай вещи своими именами называй. Добро. Ну почему добро, Петя? Почему ты все время говоришь добро? Я что, спрашиваю, что побеждает зло? Поэтому говори нормально, как человек, хорошо? Понял, ладно. Хорошо, понял, ладно. Окей, все, завязывай. Добро.